Сегодня же стало известно о задержании гражданина России, который координировал действия сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. Это член главного разведуправления Генштаба России Роман Банных. Его задержали в пункте пропуска «Красная Таловка» в Луганской области при попытке пересечь границу. В СБУ обнародовали аудиозапись телефонных разговоров подозреваемого с другим координатором сепаратистов. Что там, какие там дела? Да, ну смотри, две группы, да, Луганск. Одни более-менее нормальные, но у них средняя степень решимости. И еще одни товарищи, они, короче, готовы. Ты только в Донецке будешь работать или есть еще варианты зацепиться? Я говорю, города? Две области, Донецк, Луганск. Что у нас по Луганску? То же самое, что и в Донецке. То есть, если среди, если все группешки донецкие, луганские как-то рассуетить, то можно будет собрать одну более-менее боеспособную группу.